Да, лотерейная индустрия в Украине развивается. Увидел в рассылке, что новая игра каждые 5 минут идет розыгрыш. И сумма ставки вот от 50 копеек, видите? Можно увеличить ставку до гривны, и тогда возрастает выигрыш. И это мини-кено, вообще такое кено настоящее, оно идет 20 чисел выпадает из 80, в них джекпот там 10 миллионов гривен. Тут ставится на количество вот 80 номеров, и выбираете 10, а разыгрывается 20. А это мини-кено такое, получается, что тут всего лишь 20 номеров, и выпадает до 10 шаров. И в зависимости от того, сколько вы поставите, ставка будет выигрыш. И вот правило этого мини-кена, смотрите, что можно за 50 копеек для людей, которые азартные или которым скучно, чтобы не ходить к тем одноруким бандитам, игровым автоматам. Значит, вот видите, 20 номеров, выбираете номера, сколько хотите. И почему сколько хотите, если вы можете 2 и 2 угадали, то приз всего лишь 87 копеек, 3, 3, то гривна 86. А если угадаете, к примеру, 10 номеров ставите и угадаете 10, то с 50 копеек 6211 гривен, 9 номеров 49. Если не угадаете ни одного, то 6000 тоже 211. Ни одного номера, если не угадаете. Так и в большом кено 9 и 10 цифр, если вы ни одного не угадываете, то тоже идет приз. А вот за 9 номеров 1242 гривны. Так что за 50 копеек такой приличный выигрыш. То есть вы можете ставить различную сумму и тут смотреть, какая таблица выигрышей. Это сайт вот Украинская национальная лотерея unel.ua. И вот тут супер лото у них, где большой джекпот и все остальное кено классическое. А эту игру искать, зиграты в лотерею, блиц лото. И в блиц лото оно находится, где тут оно находится, мини кено игра. И получается вот открыть вот эту игру. Тут посмотреть, что выпадало предыдущие тиражи внизу. Смотрите, сегодня вот 5, 13, 19, 8, 11. Вот так вот выпало. Вот еще, еще, еще. Так что вот так вот. Но сейчас мы обновим. Или не надо обновлять. Тут еще 2 минуты 24 секунды. Это 327-й розыгрыш. А тут у нас 326-й последний. Ну что тогда, к примеру, на 50 копеек случайно мы не будем выбирать, а, к примеру, возьмем 1, 5, уже можно играть, видите, два номера есть, 7, 9, 15, 17, 19, 20. А тут, кстати, что чаще выпадает, какие номера, а тут, которые редко выпадают. Сколько уже номеров поставили мы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 номеров поставили. Ну-ка, будет еще ставиться? Не, все, 10 номеров. Жмем играть. И что? И когда тут 2:24, что остановились часы? Непонятно. 327-й тираж. Ну и что дальше?
Может, надо обновить? А тут уже 327 есть. И время опять 2 минуты. То надо меньше говорить, а сразу ставить, как открыл страницу, наверное. Наверное, не поставилось оно. Это такое большое кено. Триста двадцать восьмой. 1 минута осталась. Ну что мы тогда ставили? 1, 3, 5, 19, 20, 12, 13, 15, 17. Все поставили. А еще 7, 9. 9 уже не ставится. 10 номеров. Ну, сжать граты. Так, вроде ставка поставилась, баланс уменьшился. А вот она есть, эта ставка. 1, 3, 5, 19, 20, 12, 50 копеек. И вот сейчас через 42 секунды будет ясен результат. Ну что, ждем. Выиграется, не выиграется. Там все-таки на 50 копеек получается. Сколько там? То назад надо. Мини-кена. За 50 копеек на 10 номеров 6211. Вот ноль. Розыгрыш произошел. И что у нас было? Это выпадают те шары, что были, смотрите. Есть ли совпадение? Раз, два, три. Что тут, где совпадение? Не могут они получше нарисовать зелененьким ярко, или это что совпало? Так, ну тут я не понял, что это сумма 0,50, выигрыш 0. То есть не было, какие-то цифры я угадал, уже жодная цифра не прокатывает тот вариант, а получается 5 цифр, чтобы выиграть, или сколько, 10, 1, 2, 3, что-то странно, непонятно. Ну, ставки, сумма, результат. Это мы ставили на какой? На 28. 7, 14, 4, 18, 3, 11. А вот сравниваем с этим. 5, 6. 5 есть. 6 нету. 20 есть. 2 цифры. 14, 2. Получается 2 цифры. А где ж 3,73 эти? Непонятно. Где ж 3,73 выигрыша?
Ну-ка, сейчас еще раз обновлю. Ну, ставил вот на 28-й тираж. Вот он, 28-й. Было совпадение цифр. 5 совпадения. Ну, 2 цифры. А выигрыша нету. Ну, что тут читаем? Количество угаданных и приз. А где ж мой приз? 3,73. 2 цифры. Непонятно, что они тут накрутили. Если я угадал 2 цифры. Тут надо им будет запрос написать тогда, чтобы они разъяснили. Ну, смотрите, заходите на сайт, играйте. Только что-то видите, 28-й, 28-й. Есть числа, которые совпали. 3, 20. Ну, вот уже 2 я четко вижу сейчас. И ничего нету выигрыша. Может, у них плохо работает сайт еще?